найди, пожалуйста, график. Ты видела? Нашла? Да, нашла ее. И давай в комнате диагностики ее. 1, 2, 3. Да, она в комнате. Хорошо. И даю команду полной диагностики. Просканируй ее, пожалуйста. Разложи на количество фантомов, посмотри на предмет воздействия, всевозможные присадки, интерференции, импланты, магические воздействия, сгустки. Все выявляется, все выходит на всех фантомов, на всех энергетических телах. Никита, она прям в огне горит вот сейчас. Предстала мне. Как будто бы вот какой-то огонь вокруг нее. Очень сильная вибрация страха идет. Холода такого, знаешь, холодного страха. Нервозность, тяжело. Сковывающие руки холодом. Такая вот вибрация. Так, сейчас я ее разделю на фантомы. Фантомов 7. Так, уже хорошо. Так, по поражениям смотрю. Ну, эмоциональный сорен. Эфирка тяжелая. Поэтому, значит, давай смотреть насчет присадок, да? Давай, демонстрируешь, все выявляются интерференции. Так, у нее на шее ошейник такой. Первое, что прямо. Ну, ошейник на шее, в общем, типа веревка, ошейник стягивает ее. Дальше. И плащ есть сзади. Это говорит о том, что есть магическое воздействие. И ошейник, и плащ. Все магия. Все магия. Так. Еще что-то? Сейчас смотрю. Живот, низ живота. Там сгусток я вижу, это лярва. Но не только, там какая-то воронка. Что и лярва есть, да? Как негативный элемент. И такая воронка. Такое ощущение, что из этой воронки у нее сосут энергию. Сейчас связь посмотрю. Ну, сущность вижу. Что за сущность? Сущность, подземный мир такой мохнатый, тяжелый. Все вот так, начиная с пояса ее, его воздействие такой вот как бы воронки, и к нему идет подсос, подключение. Так. Через ноги энергия уходит вниз тоже. Ну, видимо, там порт открытый, и вот через живот как бы тоже возможно. Через порты просто вниз уходит энергия. Отсос идет, вообще много энергии из нее сосет. Так. Сущность, магия, вот это... Слушай, ну пока больше ничего не вижу. Вот пока ничего больше. Хорошо. Так, ну давай начнем тогда с сущности, да? Тогда давай посмотрим, когда она подцепляется. Перематываемся на ленте времени. Лента времени раскручивается назад, лента времени раскручивается назад. И ты оказываешься в момент захода, в первопричине, когда заходит сущность. Подцепляется. Так, ну а сущность у нас зашла не сама. А заход ее завели.
Это магическое воздействие. Ритуал был совершен. Показывает 7, может, чуть больше лет. Ну, от 7, вот 7 показывает. Ритуал был совершен. Причем ритуал что-то с землей связанный. Господи. Ой, с могильной землей связанный ритуал. Так. А, заход сущности. Да, там маг черный. Черный маг. А, во-первых, ошейник. Здесь было лишение воли. Воздействие. Вот. Закрыли ей как бы защиту, ничего, вот этот вот плащом закрыли. А сущность подвели, сущность вот этого темного мира, ее завели, она отсасывает жизненную энергию. Грамотно. А вот, ну это работа мага, это ее как бы уже... ритуальные и договорные вещи. Так, это по программе у нее такое было? Или это не санкционировано? Нет. Не по программе. Не санкционированный заход. Это сбой программы. Заказчик? Кто? Заказчик женщина. Женщина, волосы светлые, короткие. Ну, не под мальчика, а так, стрижка. Причина, почему был заказ? Почему заказала? Ну, уничтожить. Какая-то зависть мужчина, может быть, присутствует. Но мне не показывают мужчин, закрыто. Мужчина есть, но не показывает, или непонятно, я есть ли? Пытаюсь понять. Не показывают мне мужчину, но по информации он есть. Ага, есть, но не показывает, понятно. Да. Ага, так, даже уничтожить она хотела. Ну, прекрасно. Так, хорошо. Так, тогда мы сейчас мага, да, попросим вернуть. Приходит наилучший способ к тебе. То есть здесь нечего переключать в прошлое? Нет, абсолютно. Не было ни ее ошибка, ничем. Это стороннее воздействие, это сбой ее программы. Это никакой не урок, ничего. Так, я хорошо. Просто сейчас на мага смотрю. Просто заказчику так. Возвращает. Ну, она видит, что мы ее обнаружили и обнаруживали воздействие. Я сейчас вступила с ней в диалог. Сказала ей, что, ну, во-первых, ее воздействие, ее магия обнаружена. Во-вторых, что, зная законы, она обязана добровольно убрать эту магию. Уже куда она будет отправлять по своим договорным обязательствам этот откат, это ее дело. Вот она сейчас подошла, она как бы на такую цепь сажает эту сущность, как пса цепного. И
Все, она его прицепляет, отсоединяет от Аллы. Угу. Убирает у нее ошейник, он вместе с плащом соединен, как накидка. Этот тоже снимает. Угу. Все, она отошла в сторону. Угу. Воздействие она сняла, отключила. Хорошо, да, благодарим, потому что, да, претензий нету, вы выполняете свою программу. И это заказчику, ну, это уже на ваше усмотрение. Заказчику в любом случае карма вернется, может быть, вы побыстрее. Не знаю, имя Светлана возникает, не знаю. Возможно, это каким-то образом связано с заказом, возможно, это имя мага, но имя Светлана постоянно звучало. Ну, хорошо, если знает Светлана, пусть обратит. Если сходится, да, по описаниям, что сейчас может предоставили. Может быть, это имя мага. Не знаю, Светлана, очень ярко было. Хорошо, и благодарим мага, что убрал. И давай тогда ему открывай портал. И... Mm-hmm. Пусть уходит. Энергия так ушла. Она вышла. Она вышла на поводке со своим цепным вот этим бесом. Mm-hmm. Так, есть в животе лярва еще. Угу, угу. Так, давай причину тоже смотрим. Приходит лярва – это ее страхи. Много внутренних страхов, неуверенности. Вот это всего, что она в себе постоянно концентрирует. Вот это и... Но это... Знаешь как, у человека нет свободы. Она ощущает себя как будто бы вот закрытой, несвободной, ограниченной. Угу. Да, с какой-то стороны подобные ощущения возникали из-за магического воздействия. Это верно. Потому что была перекрыта воля, была перекрыта свобода этим воздействием. Но помимо того самого, у нее есть свои внутренние очень сильные страхи. Вот. Причем страхи неуверенности в себе, в своих силах, недостаточно любви к себе. Угу. Вот. И эта лярва живет вот на этих эмоциях. По поводу ее захода, этой лярвы, могу сказать, что она сформирована у нее из сгустков в астральном теле. То есть это не чужеродная субстанция, которая когда-то вошла к ней. Своё. Это то, что она взрастила сама. Довольно много подпитывала это постоянно. Угу. Вот. Некоторые сгустки, которые у нас у человека могут находиться в астральном теле, они являются просто сгустками, которые перекрывают потоки энергетические. Но если подобной энергетики очень много, какой-то концентрации одной энергетики. Либо одна какая-то конкретная обида, очень сильная, очень мощная, непереваренная, либо один какой-то постоянный страх. Не страх, вот испугался собаку и все, и больше никогда не боишься собак. Вот испугался собаку и боишься всю жизнь, например, да? Или всю жизнь держишься за карман, или всю жизнь боишься потерять человека любимого, остаться одной, ну, допустим. Эти страхи, они могут превращаться в дальнейшем вот в подобные уже сущности. Ляра, без интеллекта, но это уже сущность. Так, и приходит понимание, как в дальнейшем ей избежать какую-то методику, которая ей именно приходит понимание. Во-первых, что
страхи, если в ее голове вас возникают какие-либо страхи, то она должна понимать единственный, хотя бы хоть как-то обоснованный с точки зрения человечности страх, это страх смерти. Потому что он заложен нам изначально нашим инстинктом самосохранения даже. Вот если ее жизни ничего не угрожает, все остальное – это не страх, это иллюзия. И значит, бояться вовсе нечего. Все. Это касательно любых страхов. Пусть она сопоставляет это именно так. Угрожает ли это ее жизни? Если нет, значит, это ерунда. Это не настоящее, это иллюзия, это ничто, это пыль. Это то, что она сама себе надумала. Что касается всего остального, да, любить себя, да, уважать себя, ценить себя, не возводить себя в культ, но заботиться о себе, беречь, излучать любовь, пропускать через себя любовь. Заряжаться этой любовью отовсюду, из пространства. Получать удовольствие от жизни, не сковывать себя негативными программами, переживаниями, обидами, а жить. Учиться жить, потому что нет ничего ценнее этого. И нужно понимать, что любая сложность в ее жизни – это определенный урок. Его нужно пройти, достойно пройти, взять из этого урока нужную информацию, сделать выводы, продолжать не допускать это. Все подобные ситуации никогда не повторятся, если будет сделан вывод. И понимать, что здоровье, оно зависит от эмоционального состояния. Если она сбилась с пути, прямым показателем этого будут негативные изменения в ее физическом состоянии. Хорошо. Все, тогда мы имеем, да, право удалить абсолютно, и да, можно удалить эту лярву. И ты берешь высоковибрационный инструмент для удаления лярвы, открываешь воронку против часовой и портал на ее частоте, и начинаешь работу по удалению лярвы 1, 2, 3. Так, я убрала. Хорошо. Все, чисто. Выбрасываю воронку. Без возвратного своясин. Без дороги назад. Все, да? Да. Хорошо, так. Посмотри еще раз, да, просканируй. Ну, тут не в голове какие-то помутнения я вижу. Да, у нее, она жалуется на сильные головные боли. И в медитации, и ночь идет болевое воздействие. Ну, есть помутнение, подожди, смотрю. Такое чувство, как туманом все плывет. Подключка есть, подключка сверху. Подключка сверху у нее. Не на тот канал она вышла, астральная сущность. Не ну, на да, том канале, не на том канале, все, вижу я. У нее такая сущность сидела, что понятно, что какой там канал. Ну, у нее, я и говорю, у нее медитация, вот ты говоришь сейчас, да, я, во-первых, это увидела все в виде тумана, у нее голова плывет.
энергия плывет, и вот как затуманено все, затуманено, затуманено. Тут, ты же понимаешь, я энергетическую составляющую вижу. Вот, а то, что это проявляется на физику, это само собой, вот оно пошло. Но у нее подключка произошла именно к этому месту. Я уже не говорю о сущности, той, которая была у нее с магией заведена. Она подключилась к астральной сущности. Понял, о чем я говорю? Другая сущность. Тоже надо удалять. Хорошо. Так, и давай тогда в первую причину, может быть, мы там сможем А я поработать. вижу первопричину. Так. А, это мне сразу показали. А, у нее выход не на том канале был медитации. А, то есть она является первой причиной, то есть Она она сама начала. первопричина сама, она ее поймали, понимаешь, ее поймали. У нее был открыт канал во время медитации, глубокого погружения, она даже в сон ушла в той медитации. И у нее произошел заход и воздействие именно здесь. Но поскольку верхние слои, это космическая идет, ну, астральная сущность, она в верхних слоях уже пребывает. И воздействие пошло там, в этот момент все. И подключка произошла, и подобным образом оно влияние идет. Через голову, через энергию, через... Каждый раз, когда она выходит, вот сейчас в медитацию, у нее идет заосорение канал. Вместо того, чтобы у нее было просветление, да, напитка энергиями высших космических, там, да, все, у нее наоборот идет блокировка, потому что сущность ее энергию перекрывает, ворует. Ворует просто ее энергию. Оттягивает на себя, надо отключать без всяких выяснений. Сейчас, погоди, до заключения, как избежать в дальнейшем? Приходит понимание. Во-первых, в медитации в сон никогда не уходить, контролировать. Выход в медитацию, осознанный выход из медитации. Осознанный, защиту выставлять себе. Перед любой медитацией, если она занимается энергетическими практиками, в обязательном порядке выставлять себе защиту. Мы сейчас поставим защиту, но ее нужно постоянно подпитывать. А вот, пребывать на высоких вибрациях для того, чтобы быть невидимой для сущностей. Невидимо, никогда не заходить в медитацию на низких вибрациях. Никогда. Абсолютно. Хорошо, так, и что, какое тебе понимание приходит? Мы можем просто отключить и все, или какой лучший способ тебе приходит? Подожди. Так, ну, во-первых, давай сейчас вот что сделаем. Мы возьмем и инструментом, во-первых, отрежем канал, поскольку эта сущность, она ворует, но я с ней не могу вступить в контакт. У меня нет с ней контакта. Понял? Я не могу общаться с ним, с этой сущностью. Поэтому давай высоковибрационным инструментом сделаем отсечение, просто отсечь канал, для того, чтобы его брать. Вот, а дальше просто прочистим мозги. Вот и все. Да, вот так. И в будущем она, соответственно, будет защиту себе делать и вот эти все рекомендации соблюдать, и повторной подключки не будет. Да. Потому что не это, так другая. То есть вот эти рекомендации, они очень важны, особенно для самогипноза. Это сплошь и рядом на самом деле происходит. То есть хорошо. Давай тогда берешь высоковибрационный инструмент
и отключаешь каналы безвозвратно, без обратных подключек, теряется дорога. Так, я вот сейчас отсекла каналы. Каналы отсекла, инструмент этот выбрасываю. Теперь другим просто инструментом прочищаю мозги от чужеродной энергии, чужеродной, которая осталась. Mm-hmm, канал да. Я отсекла, канала нет, воздействия mm-hmm. нет. Но та энергия, которая пока осталась в голове, чужеродная, ее нужно mm-hmm. извлечь. Вот я сейчас буду это делать, извлекать. Угу, давай, начинаешь работать. Угу. Вот ясная сейчас голова. Так, выбрасываю. Угу, все, выбрасываешь энергию на портал. На чистоте безвозвратно. Угу, ну голова чистая сейчас. Угу, отлично. Так, посмотри еще раз, да, просканируй ее полностью, все нормально. Можем приступать к выкачке. Ну, сейчас нормально все. Вот больше ничего не вижу. Угу, отлично, отлично. Хорошо, и давай разложи на количество фантомов. И по шкале от 0 до 100 зарядим ее по полной энергии. Сколько ей процентов энергии нужно и какого угу. цвета. Ну, были подключки, все, поэтому кидаем по 500. Всех потоков сейчас закачиваем. Максимально всех цветов в каждый фантом по 500%. Оно рассосется, и ей будет не тяжело. Оно отлично. Распределится. Хорошо, и я посчитаю от единицы до 3, и по 500% каждый фантом всех цветов пошло. 1, 2, 3, пошла энергия. Максимально mm-hmm. эффективным образом распределяется и усваивается. Ну, идет энергия. Все вот сейчас фантомы ровные, активные. Энергия... И они наполнены, они яркие, и энергия циркулирует очень хорошо в них, качественно. Угу. Достаточно. Все, стоп, хорошо, достаточно. И вибрации до скольких поднимаем? 27. Хорошо, и до 27 Гц пошли вибрации. 1, 2, 3. Угу. Есть. И стоп, синхронизируй энергии и вибрации. Угу. Синхронизировала, есть. Так, и защиту давай выставим. Сколько процентов энергии в защиту? Так давай под 300% и делаем ей хорошую защиту сейчас, чтобы не было... Потому что может быть попытка возврата какого-то у сущности. Вот сейчас мы хороший каркас сделаем. Ну, пускай она себе вот постоянно-постоянно подкачивает туда. Белым потоком пусть она себя постоянно подкачивает. Mm-hmm. Хорошо. И давай 300% энергии в защиту пошло. 1, 2, 3. Да, идут потоки. Потоки создают такой защитный каркас вокруг нее. И наполняют его защитной энергией. Угу. Все, есть. Есть, стоп, хорошо, отлично. Так, все, да, посмотри на нее, угу. все хорошо? Ну, нормально, сейчас она, во-первых, она внутри чистая, наполненная. Ясная энергия у нее идет, активная, защита хорошая, то есть в целом картина мне нравится. Угу, отлично, хорошо. И давай возвращай тогда тело обратно. Угу, есть.